Волнительный день. Избранный глава города Владимир Шарыпов официально стал мэром. Торжественное заседание депутатов Ивановской городской думы состоялось в Белом зале музея имени Бурылина. Согласно уставу города, вступить в должность новый градоначальник может только после принятия присяги. Я, Шарыпов Владимир Николаевич, вступая в должность главы города Иваново, торжественно обещаю уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, справедливо и беспристрастно осуществлять предоставленные мне полномочия, честно и добросовестно исполнять возложенные на меня высокие обязанности главы города Иваново, прилагая все свои силы и способности на благо жителей города Иваново. Почетный знак высшего должностного лица главы города Иваново, учрежденный в 1996 году, Владимир Шарыпов получил из рук Александра Кузьмичева. Позвольте вручить вам цепь главы города Иваново, историческую, которая символизирует вступление вас в должность главы города Иваново. Знаменательным событием Владимира Шарыпова поздравил Павел Коньков. Он сообщил, что избрание такого молодого мэра – большая ответственность, и губернатор готов ее разделить. Владимир Николаевич Шарыпов на самом деле при своей молодости уже прошел немало постов, немало испытаний, поработал на разных должностях и зарекомендовал себя человеком интересным, энергичным руководителем, человеком, способным находить решения в самых различных и очень непростых ситуациях. И с этой точки зрения я на самом деле действительно рад к тому, что сегодня этот, в общем-то, молодой человек вступил в должность. В своем ответном слове Владимир Шарыпов признался, что очень волнуется, и подобные чувства он испытывал только когда у него родился ребенок. Новый мэр с трибуны пообещал сделать все от него зависящее. Многих проблем, конечно, не решить, тем более срок 2,5 года достаточно короткий. В одночасье они все не решаются, поэтому надеюсь заслужить доверие и поддержку горожан. И через 2,5 года, чтобы у меня была возможность также избраться на следующий срок уже решением населения. Владимир Шарыпов сообщил журналистам, что не планирует серьезных кадровых изменений, но появление новых сотрудников мэрии и перестановки вполне вероятны. Освобождение замглавы администрации города Владимира Рожкова и начальника управления ЖКХ Евгения Бадигина от занимаемых должностей не связано с инаугурацией. Претензий к работе ни Рожкова, ни Бадигина не было. Владимир Андреевич уходит на повышение в органы исполнительной власти региона, а Евгений Вячеславович уходит на работу в комитет по взаимодействию с территориальными обществами самоуправления. После завершения торжественной части Владимир Шарыпов признался журналистам, что на церемонию пришел с температурой 38. Вероятнее всего, о больничных на новой работе придется забыть. Любовь Почерник, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.